Находимся у здания Перевальского колледжа. Сегодня ориентировочно в 7:30 утра был прилет порядка 6 ракет, наведенных, специально наведенных на это здание. И ну, это работающий колледж, 15 сентября. Здесь был преподаватели, в общежитии жили сироты. По предварительным данным, одна девочка погибла, 7 находятся в больнице. Быстренько эвакуировали детей, я поехала в больницу, но когда выяснилось, одной девочки здесь не оказалось. Комнату, где она именно жила, был непосредственный прилет, и эта девочка погибла. Двое у меня раненые и преподаватель раненый. Это объяснить невозможно. Здесь нет никаких военных, здесь нет военной части. Я уверен в том, что наши ребята на передке за вот эти вещи отомстят за наших детей, за то, что они сегодня здесь испытывают. В очередной раз Украина показала свое отношение к этой территории и к людям на ней живущим. Ну, устранением разной степени тяжести. В основном это контузия, минно-взрывные травмы. Все дети госпитализированы, первая помощь оказана. Буквально 10-15 минут начали стрелять. То есть я услышал то, что где-то от конца в общежитии, и потом где-то в общежитии уже прям. И сверху уже началось, короче, прям аж сыпаться. Мы начали выбегать, было темно, вообще ничего не видно, дыша даже не было ничего. Я выбежал в коридор и почувствовал резкую боль в боку. Увидел кровь, там два военных помогли мне.